Под лозунгом «Мы жители Кубани» в Краснодарском крае проходит патриотическая акция, призванная воспитывать у юных кубанцев уважение к символам региона, повысить их интерес к изучению истории и культуры. В ходе акции молодежные активисты будут проводить опросы, чтобы выявить, что, по мнению жителей, является народным символом муниципалитета. Такой изюминкой может быть достопримечательность, произведение искусства, памятник природы, памятник архитектуры, сказочный или литературный персонаж, растение. По замыслу организаторов, которыми выступают Министерство образования, науки и молодежной политики и Центр молодежных инициатив региона, символы победителей народного голосования сформируют в презентационно-образовательный набор и будут распространять в детских садах и школах, чтобы в игровой форме прививать детям патриотизм и гражданскую ответственность.